Посещая спортивный зал, каждый из нас надеется достичь очевидных результатов за кратчайший срок времени. Но как этого достичь лучше всего? Клиентка сети клубов атлетики Виарика преодолела большой лишний вес и готова поделиться своими секретами успеха. Всем привет! Меня зовут Виарика. Мне 45 лет. Я всегда была полной женщиной. А лишние килограммы доставляют массу неудобств. Одежду трудно подобрать, в транспорте тяжело. Вдобавок начинаются проблемы со здоровьем, одышка, тяжело ходить. Когда мой вес дошел до 108 килограммов, я просто пришла в ужас. Стало понятно, что так дальше продолжаться не может, и надо что-то предпринимать. Что я только не перепробовала, и гербалайф, и голодание, и пробежки по утрам, но это помогало не очень, и вес практически оставался прежним. И тогда я решила заняться фитнесом под присмотром профессиональных инструкторов. Я сразу взяла годовой абонемент, потому что это намного дешевле, плюс скидки. С первых же посещений я поняла, что атлетика – это одна большая дружная семья. Было видно, что клуб думает о своих клиентах. Конечно, это все приятно. А у меня была цель – сбросить эти лишние килограммы, и я решила ее добиться. В первое время было все-таки тяжело. Болели мышцы, с непривычки майку после занятий можно было просто выжимать. Но постепенно я вошла в ритм. На каждую следующую тренировку, занятия я приходила все с большим и большим удовольствием. Я поняла, что именно фитнес дает результат, который мне и был нужен. С каждым, с кем я занималась из инструкторов, было очень интересно по-своему. Они занимаются с нами от души, и им особенное спасибо. Через год я поняла, что клуб «Атлетика» не только полезен, но и интересен. Появились новые друзья, новые впечатления. Занимаюсь там уже 2,5 года. А самое главное, что совместно мы одолели лишние килограммы. Сейчас я вешу 73 килограмма. Я всем желаю такой же легкости, уверенности. Приходите в «Атлетику» и достигайте своей цели с самыми лучшими тренерами. Всем пока!